щось батюшка запізнюється, мабуть, забув. Та прийде. Отець Андрій – чоловік надіжний. На. Так, може, людей в дом позвати? Бо неудобно вже. Отець Андрій повинен перший зайти, освятити хату перед новим життям. Краще почекати, так верніш. Так, щось він дуже опаздує. Піду подивлюся, чи все з ним в порядку. Я з тобою, батько. Батюшка! Отець Андрій! Піди в хаті, подивись. Батюшка, ви тут? Батьку, немає його в домі. Ти чого? А де ж Богородиця? Ну? Чого, металіст? Ну, це я вже знаю. Де він? Де його шукати? Ну, разве я сторож брату моєму? Ну, ні, начальник. Откуда мне знать, где металіст? Кто я и кто он? Это больших людей надо спрашивать. Ну? Спитаєш? Нет. Хоть сажай, нет. За такі вопросы... Язык отрезает вместе с головой. Ну, гаразд, скажи мені таке. Кадний розшук запевняє, що банда металіста розпалася. Угу. І він не при ділі, це так? Ну, про його діла мені неізвісно, а банда – це як сім'я, діло наживне. Одна розпалась, другая нарисовалась. Вірно я говорю? Общий привіт. Привіт. Здорово, одесіт. А что вы металлисту шьете, граждане прокуратуры? Небось, ограбление банка на Лермонтова? Так, стоп. А ты звідки про пограбування знаешь? Ну, про это весь город гудит. Да, облажались ваши друзья из уголовки. Теперь вам прокуратуре расследовать. Ну, может, я пойду? Начальник Пронько. Вильный. Радий тебе бачити, Ромео Середньофонтанський, хоча б іноді. Это хорошо, что ты знаешь название одесских улиц. Это говорит о твоем уважении к моему родному городу. А я, между прочим, утром работал из дома. И як же це? Проверял, не было ли обращения в больнице с огнестрельным ранением. Юля б це за 2 хвилини зробила. Ну, мы обзванивали частные клиники. Ирина изображала заполошенную подругу раненого. И як? Ничего. Дивно, а я думав, сьогодні злочинців додому доставляють як піцу на замовлення. Так, ясно. Корній викликає, буде вимагати звіт. Так, давайте стисло, що у нас з приводу пограбування? Ну що, 3 грабителей, всі в масках. Охранник одного ранив, обращення в больницу не було. Раненый грабитель уронил пистолет. На пистолете отпечатки известного уголовника Прокопенко. Кличка «Металіст». Ну чому карний розшук не розробляв цього металіста? Чому вони почали копати під керівництво банку? Потому что металіста просто так не возьмешь. Он залег на дно. И ребятам из уголовного розыска захотелось поймать крупную рыбу. Совладельца банка, который заказал имитацию ограбления, чтобы скрыть банкротство. Ну, вместо этого они поймали жалобу адвоката. Ну а мы упіймали гнилу справу. Схоже, висяк. Ми ж вчора про все це доповідали Корнію. Гаразд, ходімо. Проходіть, проходіть. Ну? Геніальні сыщики. Що хорошого розкажете? Нічого, товаришу полковник. Слідчі дії поки результатів не дали. Ясно. Ну, и я вам ничего хорошего не расскажу. На нас бросили еще одно дело.
Та куди ж ще? Товаришу полковник, ну ми з цим закопалися, кінця краю не видно. Ми не потянемо. Да, акція в прокуратурі. Два діла по ціні одного. Діло дуже просте. Яйця виєдиного не стоїть. Ісчез в селі Поп в місті з цінної ікони. Так а до чого тут прокуратура? Ну так ми скоро крадіжки курей в бабки Мотрі розслідувати будемо. Этот поп не простой поп. В прошлом вор із банди металіста. Соображаєте? Нічого собі. А як він тоді священником став? После очередной отсидки завязал, обратился к вере. Закончил семинарию, женился, рукоположен. Через 6 лет получил приход в селе Успенское. Наверху считают, что исчезновение попа с иконы, подчеркиваю, с ценной иконы, напрямую связано с активизацией банды металлистов. Священник узявся за старе, прихопив икону и наковал пятами. Владислав Борисович, вы хоть сами в это верите? Нет, я, конечно, не знаю, сколько стоит эта икона, но металлист взял в банке такие деньги, что мама не горюй. Ну зачем ему размениваться на эти мелочи? Ну, если честно, я тоже никакой связи не вижу. Но с начальством, ребятки, не поспоришь. Так что ж нам теперь, розірватися? Ты притчу про козу помнишь? Пам'ятаю. Нам той піп, як коза до хати. Именно. Так что мой вам совет, возьмитесь за это дело. Вы его расщелкаете в 2 секунды. Ну и сделаем по ограблению, полегче будет. Хорошо, понятно. Ну а с бандой мы пока не занимаемся, да? Занимаемся. Параллельно. Все, работайте. Лагунский, задержись. Тут вот какое дело. Мне из Одессы звонили. Ясно. Что тебе ясно? Ну, что тебе ясно? Я сказал, что я личными делами сотрудников не занимаюсь. Но надо как-то решить это дело. Займайтесь параллельно. Схоже, эти параллели скоро нам перпендикулярно станут. Так, ладно, что известно по отцу Андрею? Так, отец Андрій. Для людей Андрій Васильович Ванюшкін. А хіба священники не міняють ім'я? Да, в монашестві беруть нове ім'я. Зрозуміло. Служить у церкві Успіння Богородиці села Успенське. Одружений, 2 дітей, дружина Ванюшкіна Анастасія Єгорівна. Понимаєш, у мене, наприклад, з Надеждою Івановною теж не завжди гладко було. Ну, були свої нюанси. Ну, может, вы распишетесь? Для этого нужно получить развод ей. Ну да, я все понимаю. Слушай, может, надо время для поездок от Гулы? Скажи, Пронько, что я станционировал. Спасибо. Смотри, что я в интернете нашла. Церковь Успения Богородицы знаменита одноименной иконой работы неизвестного автора. Но предполагают, что, возможно, Феофан Грек. Приблизительно 14 века. Иконе приписывали чудодейственные свойства, исцеление больных и наставление заблудших на путь истинный. Почти коллега. В 1919 году церковь была сожжена большевиками, но один из местных жителей спрятал икону. Семья тайно хранила ее вплоть до 1995 года, когда на собранные деньги была отстроена новая церковь. Хотя икона после хранения находилась в плохом состоянии, ее торжественно внесли в новый храм, где она и остается по сей день. Уже не остается. Так, Решелевский, ты давай дуй до этого села. Я не зрозумів. Корней мне дал отгул для устройства личных дел. А ти про собі взагалі? Ти нас самих лишаєш 2 справами? Уверен, ви справитесь. Якщо понадобиться інтелектуальна підтримка, ну, я буду на зв'язку. Ну, а що? Ми ж коли-то вдвоєм справлялись? А і справді? Та чорти з ним. Ніхто нам більше не потрібен. Так, Юль? Звісно. Слухай, а давай їздимо в Одесу. Ну, займемося твоїм розводом. Ну почему? Ну ладно, ладно, все, успокойся, все хорошо. Давай так. Да, покататься. Отлично. Все, еду, скоро буду. Отам вона і була матінка наша заступниця. У вас церква завжди стоїть відкрита? Та ні. У отця Андрея ключі були, він завжди закривав, коли уходив. Ну, а чого сигналізацію не встановили? Якщо ікона така коштовна? Ну, ви ж знали, батюшка, колишній злочинець. Пустили цапа в капусту.
А что я? Это все церковное начальство решает, ему виднее. А у меня 3 села таких. Вот и крутись, вертись. А ви на батюшку не наговарюєте. Хто знає, що там коли було, загуло. Він за 6 год чужої нитки не взяв. Та ще й своїми грошиками людям помагав, кому треба було. Та ви самі подивіться, в якій халупі вони з матушкою і дітками живуть. До речі, а дружина Ванюшкіна тут? У Грузію уїхала. Неділю назад. З дітьми. Родичі повідати. Про що я їй кажу? Я вам говорю, отець Андрій не міг вкрасти ікону. Його самого із-за неї украли. А може ще й, не дай Бог, що гірше зробив. Хто? Ви когось підозрюєте? Та, як от сказати, є тут один, як його, бізнесмен, ну як його... Кущенка, що ли? А, він. Спочатку їздив сюди, на храм гроші жертвував, а потім пристав до батюшки, як банний лист, продай ікону. Что ж ты кабенишься, батюшка? Или цену набиваешь? Нашей заступницы цены нет. Да я не ради наживы. Это уникальная вещь, ей место в музее. Не положено это. Образ чудотворный в музее. Там ее люди увидят. А здесь кто? Ты как собака на сене. Нет, Виктор. Богородица Успенский не покидала, и я ее ни за какие деньги не продам. Вот черт упрямый. Не хочешь договориться по-хорошему? Жалеешь? Ясно. Ну, про Кущенка ты напрасно. Місцеві вважають, що Кущенко якось пов'язаний з усією цією історією. У батюшки була звичка залишатись у церкві допізна. Можливо, Кущенко відправив своїх людей за іконою, ті натрапили на отця Андрія і... Так що, Юль, ти з Ігорюком знайди мені цього бізнесмена. Кущенко Віктор Геннадійович, приблизно 40 років, з Києва. А я прийду з ним побалакаю. Ну, звісно, я. Хто ж ще? А, давай. Слушай, а ты в форме? В плане. А ты со своей работой остался в форме. Ну, такое не забудешь. А пошли домой. Подожди, слушай, а если я тебя отвезу домой, а потом съезжу... Пойдешь на работу. Ну да, там ребята зашиваются. Ну, я не хочу одна сидеть дома. Слушай, в Киеве есть такое место, Пассаж называется. Там такие красивые, дорогие магазины. Давай я тебя туда отвезу, а потом заберу. Ну, ладно. Поехали. Меня же, когда Корней на работу приглашал, я думал, круто! Буду сайты шпионские отслеживать, счета террористов взламывать, а тут... Ну а что, и такое случается? Ага, когда? Раз в год. Обычно на едином бизнесмена, квартирного вора. Да с этим пятиклассник справится. Юля, ты здесь? А чего у вас дверь в кабинет закрыта? На работе, что ли, никого нет? Почему есть? Корней Лагунского отпустил, а Проньку на задание. А что? Ну, тогда вот факсы для вас. Спасибо. А нашли пропавшего священника? Вероньку ищет. А я вот думаю, что батюшку бес попутал. Живет там себе в деревне тоска, скука, нищета. А тут висит перед тобой икона на сотню тысяч долларов. Да ты что, откуда это известно? Мы нашли экспертную оценку за 95-й год. Возможно, сейчас она стоит еще дороже. Я же вот говорю, бес попутал. Я, конечно, за этот конкретный случай ничего сказать не могу. Но зря ты, Игорь, так о священниках думаешь. Вовсе у них жизни скучные. Сейчас без батюшки ни одно событие не обходится. Ни свадьба, ни похороны, ни крестины. И что? Много этих свадеб?
А новый дом осветить, а машину, бизнес. Да люди сейчас что угодно готовы осветить, даже велосипед. Скажи, еще телевизор. И телевизор, и компьютер, и мобильник, что угодно. И что, за это все деньги, что ли, платят? Конечно, платят. Ну, главное, не деньги, а уважение. Да? А что, может, и мне в священники пойти? Ну, конечно, пойти в священники. Найди мне Кущенко и подавайся хоть в тибетские монахи. Да легко. Привет. А я думала, ты уехал в Одессу. Я знал, что вам тут скучно без меня. Чем помочь? Можешь поехать к подозреваемому. Он прописан в Киеве, но фактически живет за городом, в коттеджном поселке. Пронько и так уже в деревню мотался, так что... Чего не сделаешь ради Пронько. Поеду в коттеджный городок, прогуляюсь, там красивые места. В чем подозревается этот Кущенко? В организации ограбления и, возможно, убийства. Прогулка может оказаться очень интересной. Понимаешь, Игорек, у священника должны быть и голос, и стать. Чем стать? Статным ты должен быть, представительным. А, толстым, что ли? Так я для такого случая, я потолстею, как налягу на пироги, так и еще... Нет, ну не в этом дело. Просто люди должны посмотреть на тебя и видеть столб веры. А, так я столб, вот, столб. Столб, он может быть и худым. Худым может, а хлипким нет. А я что, я хлипкий, что ли? Не обижайся, Игорек. Просто ты не внушаешь такого уважения, как надо. Так это я в семинарии научусь. А в семинарию не каждого берут. Там знаешь, сколько выступать приходится? И молитвы читать, и тропари петь. Кого петь? Тропари? Ну что, убедились, что я не прячу у себя вашего священника? Вы можете прятать его в другом месте. Ну-ну, ищите, ищите. Алиби мое вы знаете. Проверим. Послушайте, то, что я хотел купить икону, это что, повод подозревать меня в похищении и воровстве? Вы угрожали Ванюшкину? Мало ли чего не скажешь в сердцах. Не, ну я правда на него тогда разозлился. Темнота, иконе 500 лет. Почти век пролежала в темном сыром подвале. Краска стерлась, дерево разваливается. Я бы заплатил за реставрацию этого. Это, между прочим, дорого стоит. А храму подарил бы другую икону. Этот баран уперся. Ну почему вы отказались от своих планов? Потому что я не баран, чтобы ломиться в запертую дверь. Эта икона не единственная на свете. И потом, не до этого мне сейчас. Женюсь. Дом еще один строю. Новая жизнь начинается. Из города, пожалуйста, не уезжайте, не предупредив прокуратуру. Да нет, что вы, что вы. Я не собираюсь. Пойдем. 529, 530, 531. Это похищение, никому не двигаться и не сопротивляться. Ты почему так долго? Извини. Я уже пересмотрела все новости в интернете. Потом решила, что сосчитай до 600 и буду вызывать милицию, чтобы тебя спасали. Ты вообще поймал преступника? Я думаю, что он не преступник. Ну что, поехали? Обедать? Сначала проверим алиби, а потом обедать. Ну, поехали. У Кущенко есть алиби. Он действительно был на закрытом вернисаже. Они разошлись далеко за полночь, и его действительно видели на этом вернисаже. Но мы не знаем, когда пропал отец Андрей и икона. В последний раз его видели на вечерней молитве. Но похитить могли и ночью, и на следующее утро. Верно. И к тому же он не единственный, кто мог забраться в церковь. Так, тоді чому він досі не допитуваний? Потому что я уверен, что он здесь ни при чем. Факты. Факт первый. Он был спокоен, он не хорохорился и не злился. Но это не факты, это лирика.
Это психология. Факт второй. Он влюблен. Что? Кущенко собирается жениться. Он строит дом. Когда человек счастлив и когда он влюблен, он не собирается идти на преступление. Послухай, повара Таврінський, у тебе є реальні докази того, що підозрюваний не винен? А ти що, ніколи не любив? Вот ты готов променять свое счастье, сегодняшнее счастье, на какие-то жалкие деньги? Какой же ты бесчувственный, а? Какой же ты приземленный. Ну, Юль, ну хотя бы ты скажи этому чурбану бесчувственному. Или ты тоже со мной не согласна? Согласна. Извините. Ну і хто у нас тут нечутливий, а? Юль, з тобою все гаразд? Да, все в порядку. Я просто воздухом вийшла подышати. Слав, ти йди, а я попозже прийду. Та все нормально, я. Я з тобою. Знаєш, Слав, у нас город красивий. І робота хороша. Остальное все ерунда. Правда. Правда? Хоча ні, не так. Юль, я люблю тебе. І це не дурниці. Що? Юля, ти найкраща дівчина у світі. І ти не мусиш страждати через усіляких там. Виходь за мене заміж. Це що? Жалость? Зовсім ні, Юль. Я серйозно. Не треба мені жаліти. Я не страдаю. Не треба. Не треба. Здравствуйте. Здрасте. Синку, а де тут у вас такий міліціонер сидить? А у нас нет міліціонера, бабушка. У нас експерти, криміналісти, слідователі. Вам кого? Та не знаю я. А, він учора до нас у село приїжджав, батюшку шукати. Шукати? Ну, то значить слідователь. Як фамілія? Та я не знаю. Молодий такий, відний. Дівки, мабуть, на нього так і вішаються. А от фамілії не знаю. А він мені дуже нужен. То Часний пошукайте, день. Будь ласка. Отца Андрія об'явили в розиск. Ікону теж. Надіюсь, її не вивезуть за границю. Так що, Покущенко, будемо затримувати? Ні. Тільки з адвокатами возитись. У нас немає доказів. Я все більше схиляюсь до того, що святий отець сам забрав ікону і не кивав п'ятами. Його дружину повідомили? Ну, передали грузинським колегам, но поки не можуть знайти. Пронько. Это ти у нас молодой довідний, дяки на тебе вешаються. Так, у чому справа? Ти в Успенское їздив вчора. Ну, я. Тебе свідетель. С важной информацией. Ой. Пропустить. Ви вчора так шустро поїхали, що я й не встигла. Так ото я сьогодні сама у місто вибрала. Ви вже звиняйте, бо мені завтра вранці треба корову доїти, курей кормити.
а помогти ж нема кому. Я все розумію. Що у вас за інформація? О, інформація у мене така. Матушка Настасія не просто так поїхала, а між нею і отцом Андрієм чорна кошка пробіжала. Яка така кішка? А от така, розлучниця. Разів 5 вона, або й 6 приїжджала до нас у село. Машина дорога така і страшенна, як калоша на колесах. А що, у отця Андрія не було інших парафіянок з міста, теж таких же гарних? Та ні, були і погарніші, і помоложе. Та я й не чула, щоб батюшка з матушкою і за них сварились. А через цю сварились? О, ще як! Юля? Да? Ти була у задзеркальній, чула? Ну, да. А що? Ну, і що скажеш? По-моєму, тут все ясно. На злочин нашого священника штовхнуло кохання. Слав, я вижу, тебе везде любовь мерещиться. Давай работать. Та не журися ти так, Святославчику. Та наступить ще твоє время. От увидиш. Оцінить тебе ще наша Юля. Не знаю, Іванучу, що за той час зі мною станеться. Ой, техніки у вас багато, і дроту. Ах, ладно, скажіть, на що була похожа та машина? Ви говорили на бегемота, да? Та я не знаю, на калошу. На калошу, хорошо. А кабріолет? Що? Ну, без крыши? Крыша опущена? А, ну да, крыши не было, не было. Хорошо, а цвет какой? Такие серо-буро-малиновые. Что, Игоречку, глухий кут? Фу, да нет, почему же? Сейчас разберемся с моделью, ну а потом детальный поиск. Что? Ничего. Можно дивиться, бо так мигає щось. Не, пока не смотрите сейчас. Добре. Одну секундочку. А вот теперь смотрите. Вот это? Не, не ця. Та покругліше. Хорошо. Такая? Вроді ця, але покороче. Ладно. Вот это? О, вона. І колір. Ну що ж. Bentley Continental GTC 2006 года выпуска. Цвет баклажан металлик. Егорёчка, не знав про твої таланти у цій галузі. Ну, а тепер діло в техніці. В нашому славному місті таких машин не так уж і много, а хазяїк серед жінок ще менше. Давайте попробуємо. Ну що, зараз, секундочку, будемо смотрети жінок. Опа! Анна? Ні. А вот это? Не, не вона. А може бути вот так вот? О, ось вона, змія-розлучниця, оце вона. Понятно. Оце. Вона, ну що, Стоцкая Варвара Константиновна. Владелица манікюрного салону «Золотая ручка». Говорящее название. Адрес давайте. Не очень у вас уютно. Ну, звісно, не готель «Плаза». Могли поговорити у вас на роботі? При клієнтах? Ну уж нет. Ну, если бы согласились маникюр сделать, чтобы они не догадались, что меня прокурор допрашивает. Якось іншим разом. Де Ванюшкін? Кто? Не придурюйтесь. Отець Андрій, священник з Успенського. Він же з вами утік. Отець Андрій? Збіжав? Нічого не понимаю. Победы православным христианам на... На куда? А на сопротивные даруя, и твое сохраняя крестом твоим. Игорь, а это что? А, это тропарь к кресту Господнему. Глаз первый. А ты что, в священники готовишься? Ну да. Только я прошу тебя, никому не говори. Погоди. Что? Ты что, всерьез принял Асины рассказы? Ну, конечно, так батюшке и деньги, и уважение, и в другой жизни тоже, может быть, зачтется. Mm-hmm.
Ты бы тогда уже в папы римские целился. Чего ж мелочиться-то? Да ехать далеко. Ладно, ближе к делу. Я собрала материал по Стоцкой, кое-что обнаружила, но не уверена. Смотри, пожалуйста. Ну, давай. Взглянем. О, Стоцкая, Стоцкая. Раба Божия. Ну да. Да, я ездила к отцу Андрею. Мне его посоветовала одна моя клиентка. Я хотела найти духовного отца. И коли ж ваші духовні стосунки перейшли в особисті? Что? Это глупости. Между нами ничего нет. Это просто клевета. Так. Он як? Я зрозумів. Так, висилай просто зараз. У мене для вас дві новини, Варвара Костянтинівна. Одна хороша, друга погана. Почнемо з хорошої. Під час обшуку у вашій квартирі не знайшли ні Ванюшкіна, ні вкраденої ікони. А ви що хотіли? О, а ось і погана новина. Секундочку, дивіться. Пізнаєте? Це ж ви. А поруч із вами рецидивіст Прокопенко, він же металіст, якого зараз розшукують за пограбування банку. В якому ж це році було? Приблизно 10 років тому. Якраз тоді, коли Ванюшкін входив до банди металіста. А отже, ви не могли його не знати. Ох, господи. Ася Васильевна! Да? Я хочу с вами поговорить. Пожалуйста, я всегда готова. Скажите, пожалуйста, а зачем вы заморочили голову Игорю? Ох. А если он и правда идет в священники? Мы же потеряем отличного специалиста. Вы знаете, что сегодня он помог совершить настоящий прорыв в расследовании? Знаете? Я что? Он спросил, я рассказала, и все. В общем так, учтите, если он уйдет, вот это будет на вашей совести. Опять я виноват. То що, Варваро Костянтинівно, будемо і далі мовчати? Мені нужен адвокат. Маєте таке право. Але в такому разі ваші респектабельні клієнти дізнаються, яких знайомств ви набули в молодості. І ви подумайте, чим це може обернутися для вашого модного салону. Хорошо. Хорошо, я їздила к Андрею. Я була з ним знакома ще по тим временам. Меня поразила перемена, которая с ним произошла. Я сначала думала, притворяется, потом нет, смотрю, правда. Значит, я смогу. Я хотела со всем этим порвать, понимаете, забыть. Андрей мне очень помог, но я понятия не имею, где он, я вам клянусь. А что, металлист? Кирилл? Ну, приезжал ко мне время от времени. Но между нами нет ничего уже давно. Просто, наверное, хотел показать, что мы с ним повязаны. А навіщо приїжджав? Когда как? Когда переночевать, когда денег одолжить. Последний раз месяца полтора-два я ему рассказала, что Ванюшкин стал священником, он долго смеялся. Про икону ему теж розповіли? Да откуда? Я даже и не знала, что она столько денег стоит. На ней же не написано. Ну що, зараз усе більш-менш вимальовується. Стоцька повідомила металіста, що його колишній поплічник став священником. Металіст зацікавився, приїхав провідати отця Андрія і дізнався про ікону. Його нова банда вбила священника, вкрала ікону, і тіло вони сховали, аби подумали, що священник утік сам. Алагонський вважає, що металіст не став би возитися з іконою, якщо він затіяв ограбління банку. А ми не можемо припустити, що Лагунський просто помилився. Не можем. Когда Лагунский ошибается, он это понимает первым. В'язня Великого Фонтану відпустили на роботу, вітаю. Я как чувствовал, что у вас здесь тупик. А с чего ты это взял? Справа майже раскрыта. Ну-ну, раскрыта. А мы нашли металлиста, мы нашли икону, мы нашли украденные деньги банка, мы нашли священника, труп. Стоцька запевняє, що не знає, де переховується металіст. І, схоже, вона каже правду. Я з нею поговорю. Возможно, вона сама не знає, що вона знає. І ще один вопрос. Откуда бандити узнали о цінності старої потемневшої ікони?
Они что, так хорошо разбираются в антиквариате? Или это отец Андрей им все рассказал? Ну и звитки. Не знаю. Ну что вы от меня хотите? Я же вам все рассказала. А давайте вспоминать вместе. Вот к вам приходит металлист. Он обычно когда приходил? Утром или вечером? Ночью, когда меньше глаз. Хорошо. И он приезжал к вам на машине? На электричке. Я живу за городом. Хорошо. И предварительно звонил? Да. Минут за 20. Ты дома? Дома. Не успела оглянуться, он уже тут. А номер мобильного телефона у вас есть? У него нет мобильного. Он не любил оставлять следов. Звонил, наверное, с автомата, со станции. Там все время такой гул. Хорошо. Вот он приходит к вам. И чем от него пахнет? Спиртным? Нет, он мало пил. Чем-то таким горьким, как на железной дороге. Идем дальше. Вот он заходит, снимает обувь и... Да. Конечно, снимает. Попробовал бы он в своих грязных ботинках по моим коврам разгуливать. То есть он снимает ботинки и, скажите, грязь. Какого цвета была грязь? О, боже, ну грязь как грязь. Коричневая, черная, трава. А, с них еще это такая пыль кирпичная сыпалась, я потом выметала. Спасибо, Варвара, вы просто чудо. А с меня еще одна шоколадка. Лучше бренди. Станция недалеко от дома Стоцкой, примерно в 20 минутах. Может и меньше. Может, а еще там телефон-автомат. И еще недалеко от станции есть через перелесок или поле заброшенное кирпичное строение. Ну, а еще далеко? Нет, металлист жил недалеко от станции, а его одежда пахла криозотом. Хорошо, получается 4 фильтра. Нет, даже 5. Радиус, железная дорога, телефон, автомат, зеленая зона, кирпичное строение. Погнали! Еще, можно еще знайти? Заброшенная картонная фабрика подойдет? Круто. Проте не факт, что він там. Да, но нужно это проверить. Проверим. Чекай, я выключу группу. Ну что я скажу твоей Ине, если с тобой что-то трапится? Спасибо, конечно, за заботу, но времени жалко. Півгодини ничего не вирішують. Капітан Пронько, прокуратура. Надсилайте спецназ. Ну что делать будем? Ну что делать? Попа надо кончать и валить с бабками. А металлист как? Так и что металлист? Металлист кони двинул. Ему уже все равно сидит. Богом на облаке ноги свесил. Это нам все дерьмо разгребать. Я не о том. А о чем? Надо похоронить его. Зачем? Найдут, подумаешь, что металлист попа кончил. Все нормально. А как не найдут? Здесь же крысы. Судьба, значит, их такая, крыс кормить. А я в похоронное бюро не нанимался. Ну, иди. Че я? Ты че? Хочешь вместе с ними лечь? Пойми. Поп все знает. Металлист ему на исповеди все же рассказал и про бабки из банка. Нельзя так оставлять. Давай, делай. Ну ладно. Давай, давай. Матушка Пресвятая Богородица, спаси, помилуй нас грешных. Че зыришь? Отвернись. Усім стояти, прокуратура! Руки! Могла, матушка святая Богородица. Ну и задали вы нам задачку, батюшку. Благодарство. Да я и сам не ожидал, что так повернется. Бандиты похитили вас, чтобы металлист причастился перед смертью? Не похитили. Я сам пошел, как позвали. И икону с собой взял. Она заблудших наставляет. Так что, Андрюха, теперь мне в аду не гореть. Господь тебя судить будет, Кирилл, не я. Только теперь у тебя заступники есть. Исповедь твоя и Матушка Богородица.
Спасибо, Андрюха, что пришел. Да и Варьке дуре тоже спасибо, что навела на тебя. Ей, видать, тоже зачтется. Только ты смотри, не уходи, пока не помру. Сделай все, как положено. Сделаю, сделаю. А за хлопцев моих не беспокойся. Я им сказал, чтоб тебя отпустили. От тільки вони вирішили не виконувати останню волю металіста. Якби ми запізнились бодай на 2 хвилини. Навіщо ви полізли у це бандитське ліго? Ну, це мій долг, моя робота. К тому же бывший товарищ. Я-то знаю, сколько на нем грехов. Тяжко столько на тот свет тащить. Матушке моей, Настасии Егоровне, не сообщили? Мы не нашли ее. Ну и слава богу, а то переволновалась бы. Алло, Инна, я скоро буду. Ну, прости. Корниенко всех просит к тебе. Я не могу, мне нужно идти. 3 минуты. А вы, батюшка, посидите у меня. Я вас яблочным мармеладом гощу. Ну, что ж. Пойдемте. Прекрасно. Проходите, проходите. Рассаживаться не надо. Я буквально пару слов. Ну что ж, хочу поздравить наш дружный коллектив с раскрытием 2 очень сложных дел. Особую благодарность хочу выразить нашему коллеге Забудько Игорю Анатольевичу. Да, Игорек. Без его способностей прекрасных и напора мы бы не справились, не раскрыли бы эти дела. Так что, Игорек, мы без тебя как без рук. Я слышал, ты тут собираешься покинуть нас, но ведь это неправда, да? Нет, Владислав Борисович, нет, не хочу уже. А где Лагунский? Спасибо. Юль, ти ж цього не зробиш? Ти о чому? Ну, хіба ти не у монастир зібралася? Дурак ти, Проньку.